Фраголино Новелина. Смак пристрасти. Привет. Привет. Ссорятся. Я с тобой. Борщ в холодильнике, я к бабушке. Угу. Все будет хорошо. А теперь давай один кружочек вокруг дома и дома попьем тепленького чайку. Хорошо? Да.
Опа, дядя, да ты шо? Кто ты? Что тебе нужно? Не волнуйся, с ними все будет в порядке. Пойдем со мной. Я тебе все объясню. Слушай, а если я скажу, что я инопланетянин, ты мне поверишь? Поверю. У меня сосед тоже инопланетянин. В психушке сбежал. Я тоже сбежала. Но моя психушка на другом конце галактики. И перемещаемся мы силой мысли. Вот так. А как же чай? Это не проблема. Для нас ваша планета и цивилизация – обычная игра-стратегия. И все, что происходит на Земле – это игра. Более развитый инопланетный рас. То есть все земные катастрофы, болезни, войны, смерть – для вас просто игра-стратегия? Ну а что здесь такого? Вы же тоже любите стратегии. Поверь мне. Достигнув такого же уровня развития, как у вас будет своя планета-стратегия. Так было до последнего времени. Но теперь в игре произошел сбой. Появился вирус. Он быстро распространяется. Земляне – носители этого вируса. Они обладают теми же способностями, что и мы. Ты тоже носитель вируса. Ты хочешь сказать, что я силой мысли смогу сделать все, что я захочу? Я в это не верю. Проверь. Таких, как я, нас легко вычисляют и стирают. Скоро меня сотрут. Но это мой выбор. Мне кажется, что-нибудь это странное. Вас, вирусов, всей Земли много. Но поодиночке вы способны материализовать небольшие, простые, несложные желания. Но чтобы остановить глобальное потепление или войну, нужно собрать всех вирусов вместе. А где мне найти остальных вирусов? Теперь что это назвать? Позвать, говоришь? Thank you.
Дорогие друзья, Виталий у всех. Поздравляю всех участников, в первую очередь победителей этого фестиваля. И хочу сказать, что из нашего далекого Лос-Анджелеса, что я очень рад был увидеть, как много творческих усилий вы приложили для того, чтобы принять участие в этом замечательном и симпатичном конкурсе. И я вижу, как много талантов среди вас, и какие у вас большие перспективы на будущее, и которого я вам всем желаю. Прекрасного вам творческого будущего. Спасибо. Фраголино Новелина. Смак пристрастия.